Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Вы когда-нибудь задумывались, как расшифровывается слово «школа»? Меня мой сын просветил. Шизанутая колония 11 лет ада. Жена уехала в командировку. Я ей пишу: куда ты дела? Вилки, ножи и ложки. Она мне пишет: спи дома. И 5 восклицательных знаков. Но, естественно, я не растерялся. Купил себе все в нарезке. На следующий день снова ей пишу: куда ты дела? Вилки, ножи и ложки. Она мне присылает смс: спи дома. И 11 восклицательных знаков. Но, естественно, я пошел в магазин и взял себе одноразовые ножи, вилки, ложки. Через неделю жена возвращается домой. И я ей говорю: куда ты дела? Вилки, ножи и ложки! Она подходит к моей кровати, поднимает одеяло, а там вилки, ножи и ложки. Поворачивается ко мне и говорит: скотина, я тебе говорила, спи дома! В Англии в 30-градусную жару люди обливаются водой на улице. В Америке в 35-градусную жару люди теряют сознание. И только в России в 40-градусную жару люди идут копать картошку и косить траву. Всем приветики! Как у вас дела? У меня все прекрасно, все хорошо. Хочется вам пожелать, ох, прекрасной трудовой рабочей недельки, чтобы неделька прям прошла, прям и снова выходные. Хотела сказать большое спасибо всем тем, кто присылает мне анекдоты. Помимо YouTube-канала, вы можете свои анекдоты мне присылать в ВК, ТикТок и Инстаграм. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.